Аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с Кирой Крухольской и Кристиной Войцицкой. Девушки в составе сборной Казахстана до 18 лет стали победителями в группе Б 2-го дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой. В составе женской сборной Казахстана экипы тульской девятиклассницы, Кристине недавно исполнилось 16, а Кире нет еще и 15,5, завоевали золотые медали чемпионата мира, который проходил в столице Болгарии, Софии. Аким области поздравил и поблагодарил юных спортсменок за успешное выступление. Для нас это большая гордость. В составе сборной вы защищали честь нашей страны, столицы Болгарии, Софии. Отрадно, что такие родители и, самое главное, воспитали таких целеустремленных, сильных детей. Ну, самое главное, что, дай Бог, чтобы мы радовались их успехам, успехам и достижениям в будущем. Популяризировали спорт. Нападающая Кристина Войцицкая занимается хоккеем с 2012 года у тренера Антона Пекне. Спасибо большое за такой теплый прием на родине. Мы старались все, работали, и в итоге мы стали чемпионами. Это наша заслуга и заслуга нашей родины. И большая гордость и честь представлять нашу страну на мировом уровне. Мы будем работать дальше и расти. Кира Крухольская, она также форвард, 2020 года занимается у тренера Максима Куртукова. Мы с большой гордостью, с очень большой честью защищали нашу страну. И показывали наш флаг очень с большой гордостью. Мы рады, что нас так приняли в нашей стране, на нашей родине. Всем спасибо большое. Глава региона вручил чемпионкам мира грамоты, цветы и ценные подарки. Также благодарственным письмом от имени Акима области были награждены родители девочек и тренеры. Мурат Билмажит, и это Сакпарат.